Привет, друзья! И у нас сейчас жаркая миссия в долине Шахикот. Продвигайтесь командой по высшему руслу. Нас люто атакуют талибы. Мы успели высадиться из самолета, вертолета, там Боинга, еще мы только не успели высадиться. И тут на нас, короче, дикая атака. Мы еле живем. Бежим сейчас по обстрелам. Я раненый, уже не раненый. Сержант Паттерсон, все вместе через дерево херачим. Бежим, бежим, бежим. Давай, Эрнандес, что сел? Так, что происходит? Бежим дальше. Сержант, слева наверху, на горизонте. Стой, 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 стой. Это кто, у них оружие есть? Это талибы, мне сообщили. Талибы, а ты откуда знаешь? Они идут. Вали их! Ладно, хер с ними. Зачистить руку от бояков талибана. На-на! Пулемет сейчас покажет свою силу. Блин, так он... Так он неповоротливый, этот пулемет сраный. Отлично, попал в голову. Давай, 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 давай. Надо их брать уже. Фак, меня атакуют, подождите. Не могу, все, могу. Нихера себе обнаглевший. Адамс, Эрнандес, заходите справа. Так, хорошо, снял. Отлично, я еще двоих снял. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу, парни. Отлично, я еще двоих. Или нет? Вроде зачистил. Бежим. Капрал или не знаю, что такое КПЛ. Тише, духи сверху, слева. Наверху, в камнях. Есть. Ну, я хэдпом прописал. Неплохо, неплохо. Наверху опять духи. Ну давайте, давайте. Не вовремя ты магазины свои меняешь. Сука! Мой уже был. А, справа сверху РПГ. Отлично, хорошо. Я так знатненько сейчас прикрыл. Чисто. Чисто. Понял, чисто. Черт! Объединяйтесь с командой в деревне. Еще не все, на 2 часа перевязал Джинджер. Идем налево в деревню. Перевал Джинджер, вернее. Все будет хуже. Ничего, скоро будет лучше, Эрнандес. Всегда можно пойти направо в Пакистан. Мы уже скоро пойдем туда, пока идем так, пошли. Фига мы бравая команда. Черт, ты взгляни, хреново. Нормально, Эрнандес, мы хотя бы пройдем дальше, чем русские. Ого, это ж как так там забило. 20 тысяч на 60 минут. Так, господа, расклад такой. Или мы займем позицию с ДШК, или наши парни крови текут. Позиция на дальнем конце деревни, своих там нет. Кого заметил, убивай. Вас поняли.
Отлично. Я получил патроны. Куда пошел, паскуда? Еще двое наверху, в укрытие. Где наверху? О, граната. Все чисто. Движемся, движемся, движемся. Да фак, ну че вы перед... Вылезайте это так, как дебилы. Фак в окнах. Я, пожалуй, зайду-ка отсюда. До свидания. Все в хижине. Все, в хижине чисто. Внутрь давайте. 3, 2, 1, пошел. Справа что-то там. Так, Паттерсон, хорошо. Место нормальное занял. Отлично. Я еще двоих вырубил. Дайте я перезаряжусь пока что. У меня есть шанс, наверное, на это. То патронов уже не так много в обойме. Мне с пулемета вообще похер на патроны. Это просто такой дикий разнос. Меняю магазин, прикрой меня. Давай, давай, двигай. Дебилы, не видите меня вообще ни хера. Ссаная гранатка. Куда, сука? Отлично. Я немного сейчас растерялся просто. Не вовремя, как всегда, начал перезаряжаться. Благо дробовик скорострельный. Проверьте магазин, по-простому не получится. Да, я все проверил, только что перезарядил, все в порядке. Ну что, поехали? О, чисто. Так, хорошо, патронов с вами набрали. Вау, капец, а сколько патронов. Тогда такое орудие чинук на части порвет. Сам по себе не затихнет. Дайте мне взять гранаты. А, все, взялось уже. Истребители, есть авиация? Вызывай авиацию, Браво 1-6, забрасывает авиацию. Я начальник, продолжайте. Цель подготовленная, позиция укрепленная и занятая большим отрядом зенитной артиллерии. Внимание, на 150 метров к югу свои. Вас понял, Браво 1-6, вы слишком близко, прошу пометить цель. Вас понял, начальник, ждите моей команды, конец связи. Подъем. Это слишком близко, надо пометить цель дыму, чтобы самолеты по нам не сработали. И Барра, дай дымовую шашку, пулемет укреплен, стрелок там хороший. Адам, сведи по нему постоянный огонь, подавляй. Пулеметы тогда мы сможем бросить дымовушку, а F-15 его добьют. Главное, огонь не прекращай, понял? Давай! Пыль
Быстрее перезаряжайся, сан и пулемет. Давай! У меня перезарядка. Давай, давай, давай! Бросай ты уже эту ссаную дымку! Дым пошел. Давай, 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 давай! Парни заняли укрытие, все. Давай, давай! Yeah! Вот так бомбануло. Отлично. Да нет, уже больше не надо. Отлично, слушайте, гениально просто. Отлично, Адамс. Ибара, вызывай сержанта Моргана и скажи ему, пулемет уничтожен. Мы идем дальше к Бетти. Это новая площадка. Осталось еще с километр. Вас понял, Браво-6. Я Браво-1-6. Вражеский ДШК уничтожен. Мы направляемся на захват новой площадки у объекта Бетти. Вас понял, раненый стабильный, но мы в минометную валку. Вилку попали. Рано или поздно им повезет. Зайдите площадку для эвакуации. Выдвигаемся. Вас понял, работаем. Они стабильны, но нам надо дальше идти. Так, ты все слышал, малыш, или что он там сказал? Проверить магазины, это пыль, словно клей. Через деревню, дальше идем. Давай, 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 давай. Обходим охрану, надо, ты по моей команде берешь точку, иди к тому камню на 2 часа. Понял. Че, к какому камню-то? Слева сверху на 11 часов. Бля, вот нахера вы передо мной? Погнали, 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 погнали! По-моему, грузовик едет, или мне кажется. Давай, давай! Фак! А это им в ответочку. Отлично. Взяли, хорошо. Опа-на! Вот сейчас меня жмакнуло, отлично. Так, хорошо, я двоих снял наверху. Так. В смысле, осматривай камни. Блин, какая у нее отдача все-таки у этого пулемета.
Я перезаряжаюсь тоже, прикройте меня. Я пока за камушком посижу. Это больше устраивает. Есть. Да я не отстаю так-то. А что насчет тех в холмах наверху? Наша задача захватить площадку для эвакуации. Если они захотят боя, мы с ними разберемся. Но вообще мы сейчас не на охоте. Стрельба в оба и бара, прикрывай сзади. Понятно, мы сейчас не на охоте вообще-то. Облажалась, разведка, мы здесь больше врагов убили, чем что-то там. Да, мы почти дошли уже. Цель выполнена. Отлично. Когда они в воздухе, мне на душе легче. Вот, Бетти, это наша новая площадка. Выходим. Понял. Далеко уже мы прошли. Будем зачищать. Хватит на сегодня сюрпризов. Собраться и приготовиться к бою. Сначала пойдем в маленькую хижину. Думаешь, авиация нужна? Кажется, борта вышли патрулировать. Не будем пока звать на помощь, как потребуется авиация, запросим. Только скажи. Так, все ко мне, идем к хижине. Прямо здесь были. Фак. Взрывчатка. О, нихера меня контузило. Барра Эрнандес лежает. Адамс, ты меня слышишь? Черт, Адамс! Адам, все в порядке, ты сможешь. Спас тебя Кевлар, мужик. О, фак! Я когда-то играл в Medal of Honor. И я помню эту миссию. Эта миссия одна из самых худших, что когда-либо я играл. Потому что эта миссия просто дико бомбящая. У меня с нее всегда, по крайней мере, подгорало. И сейчас это будет, короче, надолго. Укрытие ненадежно, надо перейти вон к той хижине. Ты меня слышишь? Прикрытие. О, понесло. Я сзади прикрою, вперед. Давай, 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 только не мельтешите тут передо мной, только, пожалуйста. Так, с этой стороны они вроде не заходят. Так, этого сняли. Фак! Вы живы? Походу живы. Нихера их тут как муравьев. Пошел в жопу, ублюдок. Вон бежал РПГшник. Давайте, 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 выносим их. Фак, да я же в него стрелял, что за херня? О, парни, все, нам жопень. Я вам говорю. Фак, с этой стороны атакуют. Смотрите, нас сейчас отсюда атаковать будут. Так, тихо, 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 тихо. Живем, 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 парни, живем. Отлично. Едрён батон. Просто, понимаете, я вот только вышел. Ах, еще раз бомбанул РПГшка. Сука, надо снять этого ублюдка.
Ядрёна мать. Ну, я про что и говорил. То есть, как бы... Я про это говорил. Это просто будет жопешная миссия. Ладно, короче, давайте. Я продолжаю тут всех снимать. Эти тут как муравьи будут ползти. Еще один хедшотик прописал, отлично. Мы снова в засаде, парни. Нас атакуют просто со всех сторон. Да фак, успокойтесь. Ай-яй-яй-яй, живем, пацаны, живем. Фак, тут писец как много. Я не могу, у меня глаза разбегаются, в кого из них стрелять. Вот это ад просто, а не миссия. Я эту миссию помню. Сука, РПГшник, ай-яй-яй. Ну все, разбомбили нас. Так, отлично, получили еще патронов. Так. Давайте, давайте, надо просто тут сейчас зачищать. Так, тихо, надо посмотреть. Да ёпта, я же его снял. Писец, просто со всех сторон атака идет. Так, нас еще отсюда атакуют. Так, задницы вроде не атакуют. Справа снимай, справа они. Писец просто. Вы понимаете, что я только выдвигаюсь, меня сразу армия атакует. О, отлично, контрольная точка. На грузовике оружие, подбей его. Мы кого-то потеряли. А нет, он живой. Парни, мы живем. Живем. Фак, нас уже с этой стороны. Нас просто со всех сторон атакуют. Так, тихо, главное сейчас не помереть. Блин, нахер я перезаряжаю. Вот тут еще заходят.
Справа, справа, справа. Снять, 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 снять вот этих. Давай, давай. Фак, еще одна РПГшка полетела. Парни, надо жить. Давайте! Вот и все, боеприпасы закончились. Пока патроны есть, будут драться. Ничего еще не закончилось, не надо мне тут рассказывать. Апачи! Давай! Сброс! Отлично. Вас понял, стрелок, стрелок, брал 1-6. Отлично, направь огонь на холмы в зданиях четверо наших. Повторяю, в зданиях четверо наших. Брал 1-6, стрелок 0-6. Вас понял, видим вашу позицию. Укройтесь. Начинаем обстрел. Чё, суки, уже не так вам легко. Вот это было сражение. Теперь можно проводить эвакуацию. Чинуки в 3 минутах лету. Вас понял, браво, 1-6. Отлично, мы теперь в деревне. Можно теперь идти домой? Вот она, эта миссия. Просто бомбезно сложная была эта миссия. Когда тебя атакуют просто люто со всех сторон. Брал 1-6, периметр захвачен. Успехов. Оп, ухожу право на курс 720. Эй, стрелок 11, мы тебя любим. Куда же ты? Ну вот, не уходи. И каждый раз так. Те парни, вот-вот бы с создателем встретились, а туда же 11, ты просто не понимаешь воинского разума. Разума? Вот так вот. Итак, друзья, давайте все-таки новую миссию будем уже начинать на следующей серии. На этом все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте и, собственно говоря, ставьте лайки. И увидимся в следующих сериях. Всем пока.